Сушка древесины – важный этап подготовки пиломатериала к работе, в результате которого из дерева методом испарения удаляется излишняя влага. Сухая древесина характеризуется высокой прочностью. Она намного меньше коробится, без труда склеивается, не подвержена гниению и растрескиванию. Процесс сушки древесины является обязательным при желании получить продукцию безупречного качества. Собственное производство стульев из дерева позволяет нам выпускать широкий ассортимент деревянных стульев, а также производить модели на заказ. Наши мебельные цеха оснащены всем необходимым для обработки различных видов материалов, предназначенных для изготовления современной мебели, а также другое современное оборудование, позволяющее значительно облегчить изготовление оригинальной мебели на заказ и повысить качество обработки дерева и металла. Деревянные стулья, представленные в нашем каталоге, отвечают самым строгим требованиям по эстетичности, экологичности, прочности и функциональности. Модели выполнены из массива бука с использованием современных технологий усиленного соединения каркаса, что позволяет использовать их в помещениях с высоким трафиком посетителей. Исполнение в различных вариантах тонировки и обивки поможет вам подобрать и купить самый подходящий вариант для вашего заведения. Наличие собственных производственных цехов, оснащенных современным оборудованием, использование высококачественных расходных материалов и опыт наших специалистов позволяют нам изготавливать комфортную, надежную, функциональную и стилистически привлекательную деревянную мебель для ресторанов, кафе и баров. Все вышеперечисленное в сочетании с доступными ценами на нашу продукцию позволяет нам с 1998 года быть надежным поставщиком мебели многих гостиниц, баров, ресторанов и кафе по всей России и в ближнем зарубежье.